Ты должен быть умнее, чем король. Конец близок. Я уже говорил тебе, что не желаю слушать эту чушь. Значит, я попусту трачу время. Больше не нужно прятаться Джайна. Он улетел. Простите, учитель, я услышал ваш разговор и... Я и рассчитывал на твое любопытство, дитя. Эти глупцы убеждены в том, что наступает конец света. Ходят слухи, что в северных землях свирепствует чума. Вы думаете, это болезнь порождения магии? Весьма вероятно. Вот почему ты должна отправиться туда и найти причину эпидемии. Я договорился о том, что тебя будет сопровождать один человек. Да, учитель. Я сделаю все, что смогу. Не сомневаюсь, дитя мое. В добрый путь.